We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Здравствуйте, спасибо большое, что вы по-прежнему с нами. Добро пожаловать в нашу тематическую сессию. Я сама журналистка, и я работаю в ABS-CBS-минус, и также в некоммерческой неправительственной организации, сотрудничающей с журналистами изо всего мира. Я также отвечаю за программы, связанные с климатом, и интересуюсь технологией, в том числе и с продвинутыми технологиями. Я участвовала в саммите в Глазго, и я хочу сказать, что мы должны понять, что мы должны очень усердно и немедленно работать. Сегодня мы будем говорить о будущем, будущем нашего мира, как мы можем формировать города, в которых жизнь будет лучше, которые будут более экологическими и в которых нам будет проще и приятнее жить. Я представлю членов нашей панельной дискуссии. Петр Коцько, здесь в Катовице, вице-министр по промышленности и торговле из Чешской Республики, Мариуш Скиба, вице-мэр города Катовице, Хайр Барон, главный директор по технологическим вопросам в Амстердаме. Он в онлайновом режиме с нами, Юджи Сасаки, главный министр по технологии в Министерстве связи Японии, Дэвид Дженсен, координатор рабочей группы по цифровой трансформации, сопредседатель коалиции по цифровому устойчивому развитию, программа ООН по окружающей среде, и госпожа Марта Флорес Суарес, вице-председатель Dynamic Spectrum Alliance. Добро пожаловать на нашу дискуссию. Приветствую всех. Я знаю, что у нас время поджимает, поэтому сразу начну. Пожалуйста, хочу задать вам следующий вопрос, то есть попросить прокомментировать следующее утверждение. Что касается программы устойчивого развития в городах, они должны опираться на передовые практики и также современные инновационные решения. Что вы думаете об этом? Первый выступающий, пожалуйста, Юджи Сасаки. Спасибо большое. Приветствую всех. Спасибо за то, что вы предоставили мне слово. Хочу прокомментировать новую политику. Это новая инициатива, новая политика, которую мы сейчас разрабатываем в рамках нашей администрации. И она касается устойчивого развития, а также образование инклюзивного, включающего общества, которое никого не оставляет сзади, которое откликивается на все потребности. Мы стараемся выравнивать шансы городов и сельских местностей и также отдавать приоритет тем городам, которые могут использовать цифровые технологии. И, конечно же, эта инициатива, которая сейчас разрабатывается, находится на стадии разработки, мы принимаем во внимание разного рода концепции, которые могут вести улучшение в цифровую региональную структуру. И данная инициатива может также повышать потенциал человеческих ресурсов и может позволять сотрудникам приобретать цифровые умения и также поддерживать людей в особо трудном положении, например, пожилых людей. Сейчас мы уже выполняем разного рода проекты в строительстве, сельском хозяйстве и
производстве. Сейчас, например, у нас проекты умного сельского хозяйства, которые используют данные на тему географических условий, окружающей среды, автоматизации, чтобы повысить эффективность работы фермеров, в частности, путем удаленного мониторинга и других факторов. Конечно же, мы также используем инициативы, связанные с мобильными сетями мобильной связи 5G, и следует подчеркнуть роль этих технологий в строительстве. В секторе строительства мы выполняем проект по удаленному управлению строительными машинами, в частности, в таких местах, где строительные работы представляют определенную опасность. Мы стараемся сотрудничать с разного рода субъектами на производстве среднего и большого размера. Мы хотели бы улучшить, повысить качество разных процессов, используя искусственный интеллект и сети 5G. Благодаря этому мы автоматизируем некоторые процессы, в частности, связанные с производством некоторых видов продукции. И мы также обеспечиваем выполнение удаленных тестов по качеству. Что касается использования хорошей передовой практики, мы считаем, что это очень возможно, это важным и возможным. Но мы стараемся также воспользоваться инновационными решениями в области инфраструктуры. Спасибо большое за ваш комментарий. А сейчас господин Дэвид Дженсен. Спасибо большое за то, что предоставили вам на мне слово. Я полностью согласен. У нас впереди большие вызовы для государственных учреждений и всех других организаций. С чем мы сейчас сталкиваемся? В нашей программе по окружающей среде ООН мы стараемся разрешать эти проблемы, справляться с ними. И у нас три направления работы. Во-первых, мы стараемся говорить об agility. Это гибкость и умные решения. Этого мы хотели бы добиться. И мы ожидаем обратную связь от наших пользователей, и на этом хотим опирать дальнейшее развитие. Стараемся также передавать данные типа Open Data и также решения, опирающиеся на открытый код. Второе направление связано с тем, чтобы новые продукты были совмещены с инфраструктурой производства. То есть мы хотели бы обеспечить гибкость всей среды продукции и услуг так, чтобы они могли быть соединены друг с другом, чтобы у нас была вся экосистема, а не просто отдельные решения. И мы стараемся также обеспечивать систему управления, которая обеспечит более оперативное принятие решений. И мы думаем о том, можно было бы добиться такого состояния, где новое положение законодательства позволит нам ввести оптимальные результаты, оптимальное решение. Как мы можем оптимизировать некоторые моменты с использованием технологий, чтобы все работало оптимальным, лучшим образом. Все эти три сферы очень важны, то есть интероперационность и гибкость. Это очень важно в нашем профиле действия. Да, действительно, экосистема решений – это прекрасная идея. Спасибо огромное. Следующий докладчик Марта. Спасибо большое за приглашение. Что касается моей точки зрения, я могу сказать следующее. А именно, в 2020 году, согласно одному из опросов общественного мнения, города и региональные единицы справляются хуже с государственными услугами, чем центральное правительство. Это означает, что им нужны инновационные решения для повышения эффективности этого процесса. Они должны одновременно обеспечить устойчивое развитие
дети – это очень важный элемент. Мы считаем, что мы имеем в виду, мы имеем дело с некоторыми вызовами в области новых технологий. Один из аспектов – это то, чтобы новые технологии связи были доступными, самоокупаемыми и также доступными с точки зрения цены. Или ценообразования. Так что я хочу рассказать о Big Data, интернет вещей, а также упомянуть виртуальную действительность и также расширенную действительность. Для этого мы должны обеспечить справедливые и бесплатные или реальные с финансовой точки зрения доступ. Что касается других технологий, таких как Wi-Fi и 5G, мы должны обеспечить это быстро. Нам нужны новые процедуры управления. Мы хотели бы обеспечить необходимые ресурсы для этой цели. И это очень важно. Мы должны обеспечивать такие ресурсы, чтобы доступ в интернет был справедливым. Это очень важно для городов. Благодаря этому государственные услуги будут доступными для всех жителей. Подводя итоги, могу сказать, что наша деятельность является очень важной. Ее не всегда замечают, но мы должны помнить о том, что современные технологии должны вводиться, внедряться очень быстро. Огромное спасибо за ваш комментарий также на тему доступности в финансовом плане. Это очень важно для развивающихся стран. А сейчас Питер, который с нами здесь в Катовице. Здравствуйте. Добро пожаловать. То есть приветствую вас из Катовице. Что касается чешской перспективы на тему умных городов и устойчивого развития, что я могу сказать? Это очень важная тема, очень актуальная тема для нас. И мы стараемся принять вот такой комплексный подход к этому вопросу. Для нас ясно, что цифровизация как такова – это недостаточно, чтобы добиться наших целей. Недостаточно просто внедрять какие-то конкретные отдельные решения. Мы должны принять такой общий подход, всеобъемлющий подход. Мы также сказали, что необходимо создать всю экосистему. Экосистему, в которой будут участвовать и местные игроки, акторы, и также центральное учреждение. Эти решения должны быть экологическими, и они должны быть частью нашей стратегии. У нас есть своя стратегия по развитию сетей 5G и по устойчивому развитию. Мы подчеркиваем развитие таких систем в местных сообществах. В частности, есть один проект по использованию технологий 5G для развития умных городов. В рамках этого проекта мы сотрудничаем с городами, фирмами высоких технологий и также с неправительственными организациями. И все эти субъекты разрабатывают свои концепции по развитию умных городов. Мы хотели бы добиться комплексной стратегии по умным городам. Это означает, что дело не только в конкретных проектах. Мы ожидаем комплексной стратегии, но и умения общаться с операторами, с цифровыми компаниями, но и с населением. А во всех городах сегодня у нас есть разные проекты, которые концентрируют внимание на потребностях населения. Но мы должны подчеркнуть три важнейших элемента этих проектов. Во-первых, люди и сообщество – это главный пласт наших проектов. Мы должны позаботиться о том, чтобы эти проекты заботились о необходимостях, о потребностях конкретных людей, чтобы они продвигали образование в области новых технологий. Второй момент – это развитие местной экономики, то есть мы хотели бы вовлекать местные компании,
хозяйствующие субъекты и также так называемую экономику замкнутого круга и также окружающая среда. В чем дело? То есть мы хотели бы разрабатывать экологическое общество и также подход с переработкой отходов экологическим образом. Мы стараемся также поддерживать все эти новые проекты, которые концентрируются именно на создании общей экосистемы. Благодарим за эти примечания, касающиеся человека в вопросе. А с нами также и господин Мариуш Скиба. А я хотел бы рассказать о том, как это выглядит на уровне муниципалитета, но я перейду на польский язык. Здесь тут у нас была перспектива национальная, государственная, но и отраслевая. И я расскажу это с перспективы самоуправления, муниципалитета городского города, как обстоят дела. Мне кажется, что вопрос инноваций, вопрос некоторого развития в этом плане стал чем-то естественным. Желание человека улететь в космос в поиске новых инновационных решений, которые упростят функционирование города для сегодняшних управляющих городами, является вопросом естественным и актуальным. Это берется и из того, что уже некоторое время самоуправление работает немного по принципу предприятия. Довольно сильно они идентифицируются, сравниваются с другими самоуправлениями, смотрят через призму других решений для того, чтобы найти решения, которые не только будут поражать других, но будут оптимальными также и с точки зрения затрат и удовлетворенности жителей. На это влияет целый ряд вопросов, хотя бы вопрос качества жизни, который мы в документах, стратегических документах города Катовице подчеркиваем. Пытаемся ответить на потребности наших жителей, которые хотят жить здесь, учиться, обзаводиться семьей. И мы пытаемся найти такие инновационные решения, которые позволят это качество жизни повысить. Это также и вопрос приведения к тому, чтобы город был инклюзивным, чтобы никто не исключался, чтобы, возможно, много людей участвовали в том, что предлагает город. Это является для нас важным. И еще вопрос, который на протяжении последнего времени довольно сильно нас волнует, это вопрос климатических изменений. Говорится о том, что климатические изменения существовали всегда, но цивилизация в некотором смысле не успела за ними, отстала, и тут города пытаются темпы изменений, с которыми мы сталкиваемся, город пытается наверстать. Это все требует общественных исследований. Если я могу привести конкретные примеры того, как в нашем городе к этим вопросам мы подходим, то я бы сказал, что весьма существенным является вопрос транспорта, мобильности, в которую наподобие чешским с 2004 года, когда мы стали членами хотя бы Европейского Союза, но также еще и используя средства ФАРУ, которые были доступными до вступления в Евросоюз. Мы инвестировали в автобусный парк, в пересадочные центры, хотя бы в Катовице. Оказалось, что это не до конца удовлетворяет ожиданиям общества. Оказалось, что другие изменения, которые произошли, хотя бы разлив городов, привели к тому, что данные инструменты не до конца выполняют свою роль. И проводятся поэтому проекты, которые должны, инновационные проекты, которые должны привести к тому, что перемещение по территории города, такого города, как Катовице, станет более интуитивным, более комфортным для жителей. Я напомню, что в Катовице две трассы из пяти крупнейших по стране,
крупнейших с точки зрения усиленности автомобильных потоков. Это такой вызов, с которым нам приходится справляться. И тут появляется вопрос умного управления движением. И этот проект мы хотим вести на более 60 ключевых перекрестках нашего города, чтобы передвижение по городу стало более удобным. Что касается вопроса изменения климата, то данный вопрос, как я уже говорил, очень важен. Большие средства были привлечены к инфраструктуре, хотя бы водопроводной, но мы, как власти города, нуждаемся в информации о том, как справляется эта инфраструктура. Мы знаем, что изменение климата прогрессирует, интенсивные осадки вперемешку с засухами, все это приводит к тому, что нам приходится справляться с чрезвычайными ситуациями. И поэтому одно из катавических коммерческих обществ провело проект по измерениям этой инфраструктуры, благодаря чему за 2-3 минуты в случае резкого изменения погоды, дождя, президент города, мэр города получает за 2-3 минуты информацию о том, как срабатывает канализационная сеть. Я думаю, что это важно, потому что не приходится тратить целые часы, чтобы идентифицировать некоторые проблемы. Это также и вопрос в контексте качества жизни того, а мы говорим об этом на этой площадке, о инклюзивности, доступности озелененных территорий. Мы на это стараемся смотреть и с точки зрения принятия решений о этих территориях. И тут появляется гражданский бюджет, программа, которая проводится в Катовице, или то, что у нас осталось от климатического саммита 2018 года, проект «Посадить дерево», когда жители решают при помощи специального приложения, где на территории нашего города должны быть посажены деревья. Или в рамках гражданского бюджета они решают о том, где на территории города должны находиться озелененные территории, где ревитализовать скверы. Это вопрос включения общественности, сообщества в процессы решения. Если говорить о социальной политике, то мы боремся с довольно высокой инфляцией. Цена доступа к благам становится все более ограниченной. Нам приходится отвечать этим изменениям, в которых нам приходится участвовать. И, помимо прочего, в Катовице было введено действие в области социальной политики, то есть социальный магазин, первый из таких в нашей стране. Благодаря этому решению у жителей нашего города есть доступ к более дешевым продуктам. И очередной вызов, чтобы на территории нашего города таких заведений было все больше, чтобы они были расположены в удобных местах. Мы пытаемся открыть второе этого типа учреждение в другой части города, чтобы жителям не приходилось преодолевать весь город, чтобы добраться до этого типа услуги. Другой вопрос – это вопрос цен на носители энергии. Как мы видим, за последнее время цены этих носителей довольно сильно выросли. Мы должны привести к тому, чтобы эффективность использования энергии повысилась, как не только благодаря твердым действиям термомодернизации, но также и благодаря информационной системе, которая нам предоставит информацию о том, как выглядит данная эффективность на сегодня. И такую информацию городские власти могли бы потом использовать. В последнее время такая инвестиция была проведена, и благодаря ей мы знаем, как каждый из нескольких десятков зданий, подключенных к этой системе, эффективны с точки зрения потребления воды и электричества. Этого типа меры необходимы. Они выстраивают потенциал города. Муниципалитеты города справляются с такими вызовами по использованию текущих средств. Их никогда не слишком много. Каждую денежку приходится со всех сторон рассматривать, прежде чем расходовать. И
вопросы экономики и социальной доступности можно уравновешивать благодаря этим решениям. Спасибо за ваши примечания. Я думаю, что у нас всех цель повысить качество жизни своих граждан. И отсюда мой вопрос, какие инновации могут вводиться, чтобы улучшать качество жизни жителей? Каким образом различные цифровые инструменты могут сделать данный процесс более эффективным? И я возвращаюсь к господину, к заместителю мэра, господину Скиби. Несколько примеров я уже назвал. Безусловно, это будет вопрос идеи умного города. И как здесь передо мной говорил выступающий, кое-что из тех, кто использует эти инструменты, имеют доступ к выгоде, которая идет с ними. Я могу рассказать, как в городе проходят некоторые дела, как выглядит оказание различных услуг, которые оказывает город. И тут информационные инструменты хотя бы с точки зрения того, что многие самоуправления распоряжаются различными информационными системами, созданными по разным нуждам. Все это нуждается в интеграции. Вот система планирования ресурсов, которые пытаются ввести некоторые муниципалитеты. О таком решении можно сказать, что оно является необходимым. Это если говорить о городских властях. А то, что происходит в городе, важно с точки зрения власти для жителей. И вот тут решения, которые приведут к тому, что качество жизни в городе повысится, и то, что проводится, даст ожидаемые эффекты, то особенно в контексте пандемии, привело нас к тому, что мы пытались более думать о решениях, которые включают сценарии будущего. Как это будущее будет развиваться? Отсюда вопрос того, как планирование города должно выглядеть, чтобы цели, которые мы хотим, которых мы хотим добиться, были выполнены. И тут инструменты по прогнозированию будущего, хотя бы в плане транспорта. Такие инструменты уже существуют, хотя бы система Визум, благодаря которой мы знаем, как проектировать дороги, как проектировать общественный транспорт в городе так, чтобы он выполнил свою функцию. Это может быть вопрос, если говорить о общественном транспорте, вопрос обратной связи, он, например, заполнение трамвайного автобусного парка. И такая система у нас действует, она называется «Селесская карта общественных услуг». И такая система, если она правильно используется, она позволяет определить заполнение парка на конкретных автобусных линиях, позволяет измерить загрузку по отдельным транспортным средствам. Это позволяет так проектировать транспортную систему, чтобы она была доступна, возможно, большему кругу пользователей. И тут использование этого типа информации, безусловно, является нужным и должным. Что еще с точки зрения города важно, это, безусловно, быстрая информация, предоставляемая жителям, чтобы они знали, что происходит, как перемещаться по городу. И вот здесь система быстрого оповещения, хотя бы посредством СМС-сообщений. Такое решение задействовано в Катовице. В плане хозяйства отходами это очень важный вопрос. Мы знаем, что создаем все больше отходов, как граждане, как жители городов. И в этом плане, конечно, появляется вопрос политики, к
которую отдельные страны ЕС взяли на себя хотя бы по сортировке отходов. Городские предприятия по управлению отходами, безусловно, в плане этой сортировки внедряют соответствующие инвестиции, которые позволят укрепить сортировку и приведут к тому, что все меньше мусора будет вывозиться на свалку, и тем самым будет ограничиваться давление на окружающую среду. Это также вопрос, возможно, большего общественного участия в том, что происходит в городе. И мы тут, мы это определили хотя бы на примере гражданского бюджета, который задействован в Катовице уже несколько лет. Вначале участие в нем ограничивалось только прямым прибытием в избирательное помещение и принятием участия в голосовании. Потом мы в городе Катовице ввели интернет-голосование, благодаря чему довольно сильно увеличилась общественная вовлеченность в решение некоторых вопросов. И программы, которые проводятся в городе, можно сказать, обладают более сильным гражданским разрешением на их проведение. Этого типа проекты, безусловно, являются будущим муниципалитетов. И, как я говорил в моем первом выступлении, вопрос эффективного хозяйства публичными средствами нас возлагает на нас обязанность, чтобы вводить такие решения, которые позволят злоупотреблять меньшим количеством ресурсов. Спасибо. Спасибо огромное. А сейчас следующий выступающий. Что там со звуком? В таком случае, может быть, Дэвид, мы попросим вас. Да, хорошо. Конечно. В рамках UNEP, то есть в рамках нашей экологической программы по окружающей среде, в ООН мы работаем по теме коалиции по устойчивому цифровому развитию. CODES – это английское название этой коалиции. Это один из элементов плана цифрового развития, внедряемого с генеральным секретарем ООН. Эта группа охватывает много заинтересованных сторон, работающих вместе против цифрового исключения. Мы вместе хотим посмотреть на цифровые технологии и повышать доступ к этим технологиям. Хотели бы также разрабатывать цифровые решения, и чтобы закрыть этот пробел, цифровой пробел, который по-прежнему существует. И поэтому мы должны поддерживать постоянную связь с цифровыми платформами, и мы хотим, чтобы отвечающие за большие, крупнейшие платформы Google, Amazon, Uber, чтобы эти платформы продвигали по цели устойчивого развития ООН в сотрудничестве с теми, кто управляет крупнейшими платформами. Мы хотели бы продвигать идею устойчивого развития, устойчивые виды поведения в глобальном измерении. Это вот главнейшие вопросы, которые затрагивает инициатива CODES. Очередной большой вопрос, над которым мы пытаемся работать. Как отличаются друг от друга города с точки зрения общественного транспорта, решений позволяющих экономить электроэнергию и так далее. Таким образом, чтобы отдельные города смогли координировать свои усилия в рамках цифровых платформ.
Я думаю, что мы здесь возвращаемся к ключевому вопросу, а именно сотрудничество в цифровом мире. Я думаю, что на нашем форуме мы будем об этом также говорить. Спасибо большое. Хочу вернуться к вопросу о связи. Это очень важно для представителей городов. То есть им важно иметь доступ к информации о том, как их жители пользуются интернетом, потому что более 50% жителей подключаются к интернету по сети Wi-Fi. И это мы как бы подразумевается, что это так. Но во время пандемии мы схватились и как бы поняли, что многим пришлось работать в удаленном режиме, и что движение, трафик в интернете резко повысился. Мы, кстати, об этом уже слышали. Об этом говорили представители Польши и Чешской Республики. И в частности, мы должны повышать глобальную связь и облегчать доступ к скоростному интернету со скоростью 1 гигабайта в секунду. Я думаю, что это достижимо, если мы будем работать вместе ради повышения доступа в широкополосной интернет. И мы должны отдавать себе отчет в том, что цифровая трансформация сейчас находится в центре внимания общества, и много усилий можно координировать между разными регионами и отдельными муниципалитетами. Мы должны позаботиться о том, чтобы у нас были достаточные средства для внедрения таких инновационных решений. Что касается виртуальной действительности, у нас очень много разных приложений, которые могут поддерживать развитие так называемых умных городов. И в частности, цифровые платформы могут помогать нам также в развитии городов. И вот эти приложения должны также быть более доступными для пользователей. Что касается зеленой трансформации, экологической трансформации, я думаю, что в данном контексте мы должны получить больше знаний о том, как люди подключаются к интернету. Так что хорошо было бы, чтобы вот в таких зеленых городах существовали возможности подключения к скоростному интернету и к сети Wi-Fi, чтобы это было доступно для пользователей, и чтобы мы могли уже через несколько лет говорить о модернизированных сетях и о других видах доступа к цифровым технологиям. Спасибо большое за все эти комментарии. Я думаю, что они вдохновляют наших слушателей. И думаю, что очень хорошо было бы обсудить те вызовы, которые встали перед нами в отношении модели умного города. Да, я уже частично об этом говорил. И предыдущие спикеры об этом тоже говорили. Я хочу подчеркнуть, однако, что следует действительно принять здесь многосторонний подход, вовлекать всех существенных акторов, заинтересованные стороны. И мы много чего услышали о проектах, которые внедряются в городе Катовице, в других городах. Но следует подчеркнуть, все это очень важно. Но мы должны выполнять все это не только на территории отдельных городов, но и на территории всей страны. Все эти элементы должны как-то сотрудничать друг с другом. Так что мы должны найти способ, чтобы это перенести от отдельных городов на уровень всей страны. В Чешской Республике мы создали
5G Альянс, опирающийся на сотрудничество всех тех, кто внедряет новые технологии, и эта технология сможет соединить всех пользователей. Суть в том, чтобы данная технология была доступна во многих местах, во всех местах. У нас несколько приоритетов в отношении развития экосистемы. В частности, одна из важных сфер – это образование умного производства или промышленности. При помощи технологии 5G или искусственного интеллекта, чтобы все эти решения были более экологичными, и чтобы эти решения как-то вписывались в идею циркулярной экономики. Это первое. Второе, приоритетная сфера, это именно вот такой альянс в пользу 5G, чтобы наши города становились все более умными. И здесь мы сотрудничаем с исследовательскими организациями, но и с городскими властями для внедрения новых цифровых решений, благодаря которым города будут становиться более умными. Третья приоритетная сфера – это кибербезопасность. Все мы говорим, да, цифровизация и так далее, но мы должны помнить о том, что все это должно быть безопасным. Мы должны также обеспечивать осведомленность этих процессов, потому что наши граждане иногда просто не готовы, чтобы пользоваться этими технологиями должным образом. Так что мы должны их обучать, повышать осведомленность и так далее. Есть еще и пятая сфера приоритетов, конкретно в нашей стране, в Чешской Республике, а именно охват или диапазонные главные коридоры транспорта, транспортные коридоры. И я повторю как бы еще то, о чем говорила Марта. Мы стараемся также обеспечить соответствующее как бы разделение частот в рамках технологии 5G. Это инновационная, достаточно инновационная концепция, которая позволит нам более гибко подходить к этому вопросу. Мы можем обеспечить более гибкие рамки деятельности представителям промышленности, городам, регионам и так далее. Так что вот разделение частот 5G будет здесь именно так работать. Спасибо. Петр, а что с Японией? Да, в Японии мы также сталкиваемся с разного рода вызовами и трудностями в отношении цифровых технологий. Для нас очень важным является обучение, а также защита безопасности или персональных данных пользователей, потому что многие опасаются пользоваться новыми технологиями. Они боятся, как будут использоваться их данные, к чему они будут, для чего они будут использоваться и как они будут обрабатываться. Мы живем в эпоху этих новых технологий, и мы должны должным образом обеспечить безопасность данных в интернете для развития этого сектора. То есть люди должны просто доверять этим новым технологиям, чтобы такие новые технологии могли развиваться. И мы с вами должны позаботиться о поддержке именно такого доверия, чтобы данные могли использоваться надлежащим образом. Поэтому наши власти, наши страны сотрудничают с разного рода участниками и организациями, и правительство также разработало стратегию по использованию данных в интернете. Это очень важно, точно так же, как и вопросы защиты персональных данных. И мы стараемся сотрудничать для обеспечения более достоверного более достоверной безопасности данных и механизмов предоставления данных. Мы стараемся также
достичь эффектов синергии между разными доступными сейчас решениями, сотрудничаем с городами для того, чтобы формировать инклюзивное общество, открытое к новым технологиям, чтобы каждый мог пользоваться этими возможностями, которые они могут получить благодаря доступу к разного рода данным в интернете. Спасибо большое за ваши замечания. Это, конечно, приводит нас к очередным вопросам, но у нас уже заканчивается время, так что в завершение попрошу наших участников дать краткие заявления в завершение. Начнем с Марты. Что касается вот, подведения итогов этой дискуссии со стороны ДСА, я хочу сказать, что мы сотрудничаем с разного рода организациями из разных секторов, разных отраслей, малыми и средними предприятиями, стартапами, и мы будем продолжать просто работать в этом духе ради обеспечения более эффективного доступа к Wi-Fi, к другим видам технологий. Мы хотели бы открыться к сотрудничеству с новыми организациями, предприятиями, чтобы у них также был доступ к этому пространству, к этой связи, и чтобы они помогали нам разрешать все эти вызовы. Спасибо за возможность высказаться. Спасибо. Очередной член панели Дэвид. Я хочу подчеркнуть это многостороннее сотрудничество. И мы стараемся разрабатывать такой план действий, который касается главных приоритетов по устойчивому развитию цифровых технологий. Мы намереваемся уже в марте месяца 2022 года опубликовать первый документ на эту тему, и он будет касаться именно многостороннего сотрудничества. Мы будем указывать приоритетные сферы и отвечать на вопрос о прогрессе в этом направлении. То есть многие подчеркивают именно такой многосторонний подход. Кто еще хотел бы прокомментировать это? Да. Это существенный подход, но я хотел бы тут сказать еще по поводу одного. Нам необходимо позаботиться о том, чтобы наши граждане не боялись новых технологий. Давайте посмотрим на технологии 5G, на искусственный интеллект. Это все те технологии, которые могут вызывать некоторые опасения. Поэтому мы должны позаботиться об их безопасности. Мы не можем позволить себе, чтобы они ассоциировались с какими-либо рисками для здоровья или кибернетическими. Поэтому нам приходится создавать сознание о том, чем эти технологии являются, а чем не являются, чтобы люди их не боялись. Мы должны представлять пилотные проекты, чтобы показывать людям, как, например, технология 5G может помогать спасать жизнь человека, каким образом технология 5G может переходить в дружественные к окружающей среде решения. Мы должны вести широкое общение на эту тему, и это мое основное сообщение. Общение должно быть запросто лучшим, если говорим о технологиях. Спасибо. Петер тоже говорил о кибербезопасности. Кто-нибудь еще хотел бы высказаться по поводу этого вопроса? Спасибо. Я хотел бы действительно, в контексте того, что я услышал, могу сказать, что есть некоторые общие точки, но и некоторые различия в политиках управления городами. И, безусловно, мы все время учимся, стараемся внедрять сделанные выводы. И мы также в 2023 году будем хозяевами очередного цифрового форума и будем рассматривать, будем учиться цифровой эффективности у других. Господин Мариуш, может, у вас есть свои примечания? Насколько известно, две трети мирового населения будут проживать в городах по 2033 году. Появляется понятие городских джунглей, которые относятся к тех пространств, в которых можно заблудиться.
Важно то, чтобы городские джунгли нам, если с чем-либо вообще будут ассоциироваться, то с чем-то приятным, дружественным, зеленым. И с этим должно ассоциироваться и понятие умного города, и новых технологий, и инноваций, которые вводятся в городах и будут продолжаться. Мы также находимся и на таком городе, в европейских городах, что мы готовимся к очередной финансовой перспективе Европейского Союза, и, безусловно, некоторым вызовом является то, как умно расходовать эти деньги на такие инновации, которые будут приносить эффекты на протяжении долгих лет. Спасибо, благодарю всех за участие в этой дискуссии, очень интересных дебатах. Как нам известно, наши города должны быть обязательно инклюзивными, дружественными к окружающей среде, а также самим жителям. Поэтому я благодарна всем, кто позволил нам провести сегодняшнюю встречу. Мы не прощаемся, надеемся, что увидимся в следующем году, чтобы обсудить то, что по этому важному аспекту происходит. Еще раз всех благодарю за участие в этой площадке для обсуждения.